Всем привет! Получила я посылочку с сайта Lady Makeup. Хочу сказать, что я просто в восторге от их доставки. Я купила это в субботу, и уже в понедельник вечером я забрала эту посылку. Просто шикарно! Не знаю, почему, вот тут видите, как написано, все правильно, а тут почему-то такое ощущение, что оно вверх ногами. Хотя открывается здесь, но это не так важно. Скажем так, это мелочи. Было все классно упаковано. В первую очередь хочу сказать, что первым, что я увидела, это конфетка от них, сайта Lady Makeup. Не хотела ее кушать, хотела вам показать. Очень приятно, очень прикольно. Тут и сайт их, и Facebook их. Класс! После видео смогу ее скушать как приз за снятое видео. Начну вам показывать с менее интересного, на мой взгляд, более интересного. Первое, я заказала вот такую маску для лица Acne Clear. Я хочу сказать, что здесь как жидкость. То есть получается, что тут хватит, тут как бы два отделения, но хватит намного дольше. Что здесь написано, кому интересно? Вот написано 2 пакетика по 8 грамм. Попробуем обязательно. Расскажу вам в пустых баночках или в одном из своих видео про помада в день. Следующий продукт я купила от Catrice. Liquid Camouflage High Coverage Concealer в номере 020 Light Beige. Честно говоря, столько блогеров и столько всякой информации про этот консилер, что я решила также его опробовать. Давайте попробуем тут его. Бежевато, вот такой светловатый. Видите, под мою загорелую кожу, наверное, это будет светлое, но на зиму будет даже очень ничего. Вот так вот он растушевывается. Я уверена, что все, многие, скажем так, знакомы уже с этим консилером. Я буду с ним знакомиться впервые. И здесь сколько у нас? 5 мл, что достаточно много. Следующим я заказала вот такие вот румяна от Revolution, Makeup Revolution London. Вот так вот оно выглядит. 12 грамм, большая такая палетка. Вот Sunlight, Moonlight. Вот так она выглядит, без зеркальца. Достаточно плотный пластик. Хочу вам сказать, что я хотела еще заказать такого плана тени, но я не нашла. Посмотрите, как оно классно выглядит. То есть слева направо найдет светлое, светлое и потом более темное. То есть вы выбираете, что бы вам хотелось. Ну, давайте попробуем так вот в среднем где-то попасть. Очень-очень нежный, прям еле-еле ощущаются. Нежный-нежный помол. Очень красиво. Красивые, нежные вот такие вот румяна. Давайте попробуем все вместе смешать. Вместе оно получается как бы такой золотистый. Я бы сказала, даже больше как хайлайтер, а не румяна. То, что как по мне, я люблю более темный цвет. Вот я бы взяла для себя вот такой вот, очень темный. Ну-ка, давайте тут попробуем. Самый темный, он все равно выглядит светловатым. Но опять же, это все надо пробовать на коже. Я думаю, что каждый будет для себя решать, какой из этих вариантов ему подходит больше. Но я думаю, что вот этот крайний для меня. А тут мы пока ждем, как консилер окисляется и окисляется ли он вообще. Следующим идет наборчик от вот таких вот пробничков помад. От Golden Rose. Здесь 6 штучек. У меня уже есть 2 помады от Golden Rose, но они в одном номере, в номере 26. Я оставлю ссылку выше, вы сможете пойти посмотреть, как оно выглядит во всех моих помадах. И давайте попробуем. Я считаю, что такой наборчик от Golden Rose отличный вариант для того, чтобы попробовать, подходит ли вам качество и цвет. Так как о качестве я уже знаю, мне оно подходит, так я решила посмотреть цвет, подходит ли оно мне. До того, как я куплю на размерку. И начну слева направо по нарастанию. Первый у нас будет пробничек в номере 01. И здесь 0,5 грамма. Здесь, кстати говоря, не указан, как бы названий нету цветов, только номера. Хочу еще сказать, что все в наборе цвета одинаковые. То есть все наборы одинаковые. Я видела тоже наборы у Katie Block. Все наборы одинаковые. Вот это цвет
номер один. Вот такой приятно нюдовый, чуть-чуть отдает в рыжинку. Очень нежный. Следующий пробничек в номере 02. Очень приятно. Я хочу сказать, это матово-вельветовые помады. Вельвет мат. Я хочу сказать, что даже в стике они чуть-чуть темнее выглядят, чем на коже. Очень красивый вот этот цвет. Я бы назвала его пыльной розой. Следующий номер 10. Я хочу сказать, что эти пробнички очень плотно закрываются. То есть надо их открывать аккуратненько, чтобы не поломать саму помадку. Очень красивый цвет. Тоже пыльная роза. Только более... Пыльная роза, только более в краснинку такой. Очень симпатичный цвет. Следующий номер 12. Тоже очень симпатичный цвет. Я даже не знаю, какой из них мне нравится пока что больше. Очень красивые цвета все. Следующий номер 14. Как-то мы немножко съехали со сводчами, но ничего. Тоже очень приятный. Чуть-чуть более в сиреневинку. То есть, в принципе, они в одной гамме, я бы сказала. Это все цвета, которые мне подходят. Очень красивый цвет. Ну и последний цвет с пробником номер 19. Ух ты, а он уже более такой ярко-малиновый цвет. Очень красиво. Кстати говоря, в тюбике он выглядит более красным, а тут он более малиновый. Давайте еще раз посмотрим, как выглядят эти малютки. Я хочу сказать, что если вы будете краситься ими без остановки, вам хватит их где-то на неделю, а может и больше. А если вы будете краситься под настроением, то их вообще вам хватит на очень долго, и вы тогда точно сможете решить, какой из этих цветов вы хотите в полноразмерке. Один или вообще все вместе. Очень красивые, насыщенные вельветовые цвета. Эти помады не сушат губы совершенно. Ну и на десерт. Две помадки от Катрис. Надеюсь, я вас не ослеплю вот этой красотой. Посмотрите, какой красивый футляр. Как он переливается. Я не знаю, может быть, у кого-то в стране эти помады продаются, и для них это, как говорится, ежедневная вещь. Но у нас, к сожалению, в стране фирма Катрис не представлена. Поэтому я купила ее на сайте Lady Makeup. И давайте посмотрим помадки. Давайте, наверное, начнем с номера по нарастающей также. С номера 0,50. Это Prismatic Chrome. Здесь 3,5 грамма. И это называется Mystic Mermaid. Загадочная русалка. Футляр достаточно плотный. Пластик, но он достаточно плотный. Я знаю, многим это важно. И вот как выглядит эта сама помада. Посмотрите, какое красивое у нее вкрапление. Запах у нее есть. Очень нежный такой. Я не могу сказать, что конфетный, но очень-очень нежный и такой приятный. Не приторный. На губы я еще не пробовала, как вы видите. Совершенно новая. Хотела попробовать ее вместе с вами. Ну, давайте сделаем сводчи. Я еле дождалась этого момента. Давайте, наверное, вот сюда. Очень красивый, полупрозрачный. Видите, в стике она очень темная, а тут она полупрозрачная. Вот и отдают вот такой вот шиммер на лето. Я не знаю, конечно, это все на любителя, но для меня это самое то. Как раз на лето, на нашу жару. Мне кажется, это очень классно. Конечно, я еще не пробовала на губы. Я также покажу, как и эти помадки, как и Golden Rose. В проекте «Помада в день». Каждый день другая помада. Следите за моими сторис в Инстаграм. Или в конце недели я это все выставляю на YouTube. И теперь помадка в номере 060. Называется она Rusty Rose. Ржавая роза. Также 3,5 грамма в ней. Написано Нью-Йорк. А, написано «Сделано в Италии». «Made in Italy». Вот так вот выглядит. Кстати говоря, вот такой наклеечки на вот этой помаде не было. Не знаю, может, она потерялась по дороге. Вот такой вот у нее цвет. Тоже божественный. Вот тоже вот такое крапление.
выглядит бордовый, вот с таким вот, я не могу сказать, что это золотистый шиммер, с каким-то красненьким вот таким вот шиммером-переливом. Также еле-еле дождалась, чтобы ее испробовать вместе с вами. Хотелось реально показать вам всю красоту. Изначально тоже очень симпатично, что написано Catrice. У меня есть помады с фирмы Catrice, но с другой линейки. Сейчас мы вот здесь распробуем. Ай, как красиво. Опять же, говорю на свой вкус, на свой цвет. Может быть, кому-то не нравится столько блеска и шиммера. Но мне очень нравится. Также переливается. Смотрите, какая красота. То есть, видно отличие у помад. Этот Mermaid переливается больше такой сиреневу. А это более такая красно-бордовый перелив. Очень-очень-очень интересно, как оно будет выглядеть на губах. Ну, на этом я хочу закончить свое видео. Это была маленькая такая моя посылочка. Вот мы видим консилер. Как он себя ведет, окислился он или нет. Решайте сами. Румяшки. Make Up Revolution. Помадки. Миниатюрки Golden Rose по 0,5 грамма. Ну и мой любимый десерт. Помадки от Catrice. Смотрите, какой красивый перелив. Теперь я точно не усну, пока я их не испробую. А на этом я заканчиваю. Пишите, пожалуйста, в комментариях, или вы заказывали что-либо с сайта ladymakeup.com, и что вы заказывали. Делитесь своими впечатлениями, своими любимчиками. Хочу попробовать еще раз, так как они доставляют очень-очень-очень быстро. Всем хорошего дня!